голос из меча. Он говорит, что нам туда можно. Съел. Здесь можно высадиться. Приготовься! Yeah.
Еще один. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага, на время. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Я почувствовал. Теперь я могу прочесть. Но это имя. Кара. Ого,
Это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. А расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе. Хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Трим. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Трим не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрей. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс. Дворец Трима находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа. И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с родней невесты. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Триму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории? Ну, для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фреи – за добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех девяти мирах, этого у тебя никто не отнимет. Готов, что прикажешь?
Наверху что-то есть. А люди с него там внизу. Мои люди, они уже не бродят? Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили.
Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно. Необычные врата. Кто их построил? Я не прочту, пока не соберем весь шифр.
Что у него в руках? Мировой змей? Маловат. Да, но может Тор просто такой большой? Это вряд ли.
Она не подходит. Она была не в лучшем настроении, когда мы ушли. Я удивлен, что ты рискнул сюда вернуться. Сын. Слушаюсь. Атрей, сюда! Да, отец! Работу! Чего нужно? Похоже, все в порядке.
Приготовься! Сын. Ладно. Квейкья. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну, я не знаю. А, перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно.
Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — попасть в Йотунхейм. Да ну? Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Кажется, у нас теперь полный набор. Ты стал лучше. Здесь высадиться. Thank you.
Внизу что-то есть. Oh!